Я Светлана Абрамова, и я представляю свой триптих. Это центральная часть картины. Я рисую с детства, люблю очень рисовать графикой и акрилом. Цвета выбираю под настроение. Мой самый большой критик – это мой ребенок, это дочь. Она всегда видит первое мои законченные работы и оценяет их. Она дает также мне вдохновение, настроение. И мой мир оживляет и вдохновляет на какую-то радость. Ну, рисовать – это как дышать. Эта жизнь выражается, моя жизнь выражается в работах.